Алло, Сережа? Да. Мне кажется, я только что скинул килограмм 80. И теперь мой вес ушел в отрицательное значение. Круто, да? Да, ну, можешь написать насчет этого, ну, какую-то статью, и тебе дадут Нобелевскую премию за открытие отрицательной массы. Да без проблем. Просто берешь, терпишь 3 часа, пердишь, воняешься в комнате, а потом как садишься на толкан, начинаешь срать. Все решения переписывают в форму, которую мы пользуемся. Записанные решения будут ставить 2 без проверки. По кайфу, форту мастер, живи ворам. Покушаться? Да, покушаться, пожалуйста. Что сказал еврей Федосей? Подошедшей к девочке. Ну. А ты купишь мне конфетку, блядь? Диан, очка, я тебе потом переговорю, ладно? Чё за хуями, блядь? Установка нахуй идёт, блядь? Установка Microsoft, шаг 1 из 1, блядь. Ну так шагай дальше, блядь. Вот. Сереж. Ну как они? А есть еще яйца? Нет, только одни. Моркови нет. Вообще схуяли нет моркови. Ладно, этого я не ожидал. Сука. Подожди, альтов 10. Нам надо 5-го найти, Серег, мы же так можем пойти и баш. Тимофей, Женя. А, блядь, нихуя себе, стоп, я почему-то не считал себя за человека. Переиграть меня решил в эту игру. Я родился, блядь, в доте. Вот как. Ублюдок ебаный! Жень, нахуй ты это делаешь? Блядь, обстановка по кайфу. Обстановка. Пока. Пока. Это в 10.